Do you like to break me down when I'm shattered on the ground? Are you... Всем огромный привет! Мы сейчас с вами едем в торговый центр немножко погулять. Дело в том, что мы с этим малышом на этих выходных кукуем вдвоем. Наши старшие мальчишки отправились на кемпинг. Кемпинг – это такой отдых в лесу с палатками. Вот, мы остались с Матвейкой, потому что малыш очень маленький. Я не знаю, как он отнесется к такому виду отдыха, во-первых. Во-вторых, наверняка он залезет в какой-нибудь костер или в какую-нибудь речку свалится. В общем, от греха подальше. Мы с ним вдвоем проводим время. Решила поехать немножко прогуляться в торговый центр, потому что дома сидеть целый день уже немножко поднадоело, так хоть немножко ребенка развею. Не знаю, правда, что получится из этой затеи, потому что у нас сейчас такой возраст, что он просто не сидит совершенно в коляске. И особенно, когда ты останавливаешься, когда ты еще идешь, коляска в движении, он еще немножко сидит. Но когда ты только останавливаешься, он сразу же пытается вылезти из этой коляски. Ой, не знаю, сколько он мне даст походить, но в Молмане, в торговый центр, мне так и так надо было. Мне надо забежать в Сефору. У меня закончился мой крем. Вот, хотя бы если в Сефору зайдем, если он даст хотя бы мне там немножко отовариться, это уже будет плюс. В общем, если вам интересно отправиться с нами, то оставайтесь, не переключайтесь. Также, если вы впервые на моем канале, меня зовут Лада, подписывайтесь. Я снимаю влоги, я снимаю видео про моду, про мейкап, про красоту и так далее. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. А мы отправляемся. Сейчас я вам покажу, как выглядит снаружи наш торговый центр. Вот здесь, в принципе, за деревьями не так хорошо видно. Сегодня суббота. По субботам торговый центр у нас обычно переполнен. И это целый квест, чтобы найти парковку. Ну, сейчас посмотрим, как нам повезет. В общем, кое-как нашли парковку где-то на куличках. Вот так сидит Матвей. Это единственный способ, как он хотя бы немножко сидит. Хотя он уже вырос из этого сиденья. Но это единственное, как он сидит спокойно. Давайте я вам покажу, как я сегодня выгляжу. Все перекрутилось. В общем, на мне черные штанишки, топик, вот такой вот пиджачок и белые кроссовочки. Вот так у нас продается парфюмерия и косметика люксовая. Сумочки Michael Kors. Мы пришли в Сефору. Это отдел с косметикой Benefit. Вот это средство для бровей. Очень классное. У меня такое было. Вот сколько ресничек.
еще здесь продаются вот такие кисточки индивидуальные. И стоят они, конечно, $34 вот за эту кисть. Не бюджетно. Для всех почитательниц марки Glam Glow вот их знаменитые масочки. О, они есть маленькие, чтобы взять на пробу, сразу большой не брать. Вот они все. Конечно, они не бюджетные совсем. 54, 52, 50. Вот этот крем для глаз у них тоже классный. Я им пользуюсь. Еще у них есть вот такие вот маленькие духи. Как известных фирм. Dolce & Gabbana Light Blue. Я одно время его очень любила. Сейчас и таких же, которых я вообще никогда не слышала. Например, вот этот. Здесь также есть и большие бутылочки известных фирм. Это Too Faced. Карандаши для губ, туши. Самая знаменитая их тушь Better Than Sex. Палетки. Я себе недавно купила вот этот вот бальзам для губ. Обалденно, невероятно, очень классно увлажняет. Девочки, вот бьюти-блендер, который надо покупать. Все вот эти вот подделки резиновые даже рядом не стоят с этим настоящим бьюти-блендером. Посмотрите, он даже выглядит по-другому, как пористое какое-то молочко. Мы сейчас пришли в Forever 21. Обожаю вот здесь их отдел с аксессуарами, с бижутерией, сумочки разнообразные. Ремни. Вот это клевое. На лето под джинсы классно. В общем, я так поняла, что 90-е возвращаются. Смотри, какая. 90-е возвращаются в моду. Ага. С разноцветными такими. Ой, какой мальчишка! Смотри, какая шляпа красивая. Одевай на головку. Вот как молодец. Ой, какая шляпа. Сережки. Клевые. О, вот эти классные. Ну, это очень большие кольца. На уровне моей головы.
какие милипусечки, боже мой. Матё, Матёш. На, купи. Ой, какие красивые. Вау. Ку-ку. Красивые. Молодец. Ку-ку. Вот этот Angel запах. Столько я о нем слышала. Naked. Все коллекции. Видите, здесь вот эти двойные двери. Вот одна дверь и внутри еще одна дверь. Невероятно приятно, потому что когда я пришла сюда, какой-то мужик выходил. И он мне открыл одну дверь и потом вторую дверь. Хотя он вообще проходил мимо, его это вообще не касалось. Сейчас я выхожу, навстречу мне идет девушка, и она тоже мне сначала одну открыла дверь, потом другую, потому что мне с коляской неудобно, руки заняты. Это невероятно приятно, потому что вообще американцы не так сильно славятся вот такими вот вещами, как дверь подержать, место уступить. Ну, наверное, это зависит, может быть, от место жительства, от штата, я не знаю. Но невероятно приятно. Так вот, не дал мне мой ребенок походить. В этом торговом центре, кстати, работает мама моего мужа. Мы сейчас к ней зашли, она взяла свой обеденный перерыв. Тоже с нами походила, погуляла. Вот. А дальше не дал он мне походить. Уже начал вылезать из коляски. Капризничает, нервничает. В общем, едем мы домой куковать дальше. Сейчас я сяду в машину, покажу вам, что я купила в Сефоре. Хочу пояснить, почему я сказала, что американцы не настолько славятся тем, что они уступают место и все такое. Потому что, когда я работала в офисе, у нас очень часто проходили какие-то собрания, обычно в какой-то комнате для конференций. И обычно эти комнаты были не очень большие, то есть там несколько сидячих мест. И обычно, как это было, кто первый успел, тот и сел. И остальные будут стоять во время этой конференции. Не конференции, как небольшое собрание, но минут на 5-10, там, если твой супервайзер хочет какую-то важную информацию сказать. Так вот, наши мальчишки, парни, если они приходили первые, они туда усаживались. И все, после этого приходили девочки, и им уже было неважно, девочки это или женщины это. Они сели, а они сидят. И вот эти девушки около них все собрание смогут простоять, а они будут сидеть. Вот это, конечно, до меня никогда не доходило. Я даже иногда как-то злословила по этому поводу, но потом думаю, ладно, себе дороже. Здесь американцам вообще нежелательно высказывать свое мнение вообще. Значит так, по поводу вот этого Angel. Набрызгала его себе на запястье. Он сначала какой-то вообще не мой, а потом, когда... В прошлый раз я тоже попыталась его попробовать, потому что я читала отзывы, что это сладкий запах, а сладкие запахи это мои, фруктово-цветочные. Кстати, он один был из списка этих фруктово-цветочных ароматов. И поэтому я решила его попробовать. И с первого раза он мне вообще не зашел. Вообще он какой-то не сладкий, какой-то терпкий, думаю, вообще мне вообще не понравился. А потом, когда он стал отходить, к вечеру я стала нюхать запястье, вот сейчас оно расходится, и что-то в нем такое есть цепляющее, вот прям цепляет оно, по-другому назвать не могу. Давайте я покажу вам, что я купила в Сефоре. Я взяла палетку от Huda Beauty. Вы скажете, зачем тебе палетка, сколько можно брать палеток? Просто она такая красивая, я не смогла мимо нее пройти. К
кстати, насчет Sephora. У них не было крема, который мне нужен был. И я хотела взять еще Glam Glow маску глиняную. И, конечно, ту, которую я хотела, не было. Были все, кроме нее. Мне нужна была... Я хотела взять Brightening. Как бы она придает сияние. В общем, ее не было. Смотрите, какие красивые. В общем, красивая. Вот. Называется Nude Light. Дальше я взяла тушь от Too Faced. Вот это Better Than Sex. Я уже ее очень давно хочу попробовать. Взяла вот такой как бы маленький размер, он есть большой, а есть вот такой малыш типа пробника. Взяла, вот вроде они обещают на 100% увеличение. Сейчас посмотрим щеточку. Потом, когда я стояла у кассы, когда стоишь у кассы в Sephora, там столько всего, что ты просто не можешь не взять что-то. Вот такая масочка, это бренд Sephora с бананами, она питательная. В общем, сейчас посмотрим, как ей пользоваться. Нанести на 5 минут и потом смыть водой. Вот. Сейчас поедем. А, ты уже руки вытащил. Пломба. Ой, она пахнет бананом. Ох, вот банан, как будто нюхаешь свежий. Так, ну-ка сядь. И еще, когда ты регистрируешься в Sephora, каждый раз, когда ты что-то покупаешь, на твой счет идут баллы. И каждый раз на эти баллы ты можешь что-то бесплатно взять. В этот раз я выбрала вот такую вот... какой-то пилинг для кожи. Я думала, что он в баночке. Он, оказывается, вот в таких вот... О, здесь какие-то два шага. В общем, надо разобраться. Что-то я пока не пойму. В общем, вот такой вот пилинг для лица. Ребенок там уже вылазит. Я поеду. Спасибо вам большое, что прогулялись вместе со мной. Если вам нравится такого плана влоги, шопинг-влоги, дайте мне знать, я буду почаще снимать. Если, конечно, у меня получится, потому что я сейчас практически вообще никуда не хожу. Куда-то для меня пойти — это целый праздник, поэтому такой макияж, поэтому такой аутфит. Потому что в месяц один раз в люди выхожу, хочется принарядиться. В общем, спасибо вам большое еще раз, что посмотрели. Матю, пока-пока скажи. Воздушный поцелуй сделай. Воздушный поцелуй сделай. Сделай. Сделай воздушный поцелуй. Сделай воздушный поцелуй. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока.